Привет, меня зовут Бакыт, и я вот уже 20 с лишним лет не принимаю на, то есть занимаюсь трехмерной графикой и анимацией. А стартовал я в начале нулевых с Intel Celeron. Тогда 3D Max был еще дискритовским, а Softimage был не только живым, но и, не побоюсь этого слова, лучшим софтом для трехмерной графики и анимации. Интернет тогда был в стадии зародыша, поэтому надо было покупать книги, чтобы научиться 3D. А сами программы приходилось выискивать, как джинсы при совке. Научиться 3D я решил потому, что с детства хотел делать мультики. А после Терминатора и Парка Юрского периода по уши влюбился в эту область. Поначалу я неплохо зарабатывал на 3D. Приходили заказы один за другим. Я даже был одним из кикстартеров известного Motion Capture девайса. Но потом заказов стало приходить все меньше и меньше. Были собственные проекты, но никак не получилось их продвинуть. Может, из-за излишней скромности или бесконечных прокрастинаций, а может, из-за чего-то другого, но как 3D-шник я, к сожалению, не состоялся. Хоть и неплохо ориентируюсь в 3D-программах от Subsense до Blender. Но за все эти годы я также выучил многие программы и плагины, которые благополучно забыл за ненадобностью. Наверное, успех в 3D не только и не столько в количестве знаний, сколько в умении эти знания преподать. В данный момент я работаю оператором видеокамеры и квадрокоптера. На жизнь хватает, но внутри есть ощущение чего-то упущенного. Размышляя над всем этим, мне попалось объявление о наборе в летний лагерь J-Center. Я подумал, как говорится, тряхнуть стариной и научиться новым навыкам. А с другой стороны, поделиться своими знаниями и опытом, если на них будет спрос. Заранее прошу прощения за видео и звук. Я записываю себя в таком формате первый раз.